кого-то убили, блин. Нифига себе, прямо здесь. Возле меня человек убил. Был рассвет, я услышал свист огня, пули. Нам приказали стрелять по полиции и демонстрантам без разбора. У нас не было выбора, стреляли и по первым, и по протестующим, не делая различий. Откуда стреляли? С Украины? С Украины, да. И колпи провенивали из гостиницы «Украина». Скрытые истины. Киев. Киев. Февраль 2014 года. Три месяца, как площадь Майдан в самом сердце украинской столицы заполнена демонстрантами, которые просят правительство и президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Утром 18 февраля столкновения становятся кровопролитными. Уже около 30 погибших. Самый худший момент наступит утром 20 февраля. Группа неизвестных снайперов начинает стрелять по демонстрантам и полиции. За короткое время уже насчитывается около 80 трупов. На следующий день Янукович убегает из страны. 22 февраля оппозиция захватывает власть. Но кто стрелял по толпе и полиции? До сегодняшнего дня официальная версия говорит о бойне, которая произошла по заказу пророссийского правительства. Версия сразу кажется подозрительной. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт, первый из тех, кто отрицает эту версию. Вернувшись из Киева через 5 дней после того, как произошла эта бойня, он рассказывает комиссару по иностранным делам Европейского Союза Кэтрин Эштон то, что узнал от украинского врача, которая обследовала трупы на Майдане. Записанный между ними телефонный разговор и затем распространенный в медиа был ужасен. Самое пугающее, сама Ольга так говорит, что доказательства показывают, что люди застрелены снайперами с двух сторон. И среди полицейских, и среди людей, которые находились на улице. Те же самые снайперы убивали людей с двух сторон. Конечно, да. Именно так. Потом она мне показала несколько фотографий. Она говорит, как врач. Она говорит, что это один и тот же почерк, такие же пули. И это правда ужасно, что сейчас новая коалиция отказывается исследовать то, что случилось на самом деле. Есть сильное убеждение, что за снайперами не стоит Янукович, а кто-то из новой коалиции. Они грузины. Но в те дни, в феврале 2014 года, они были на стороне демонстрантов, которые заполнили Майдан и были в гостинице «Украина». Они приехали из Тбилиси, из Грузии, сюда, в Скопье, в столицу Македонии, чтобы рассказать нам свою историю. История, которая совершенно отличается от той, которую мы слышали все эти годы. Я решил приехать в Скопье, чтобы встретиться с вами и рассказать все, что мы знаем о том, что произошло. Мы с моим другом решили это вместе. Нужно рассказать о тех фактах. История начинается в Тбилиси. И в ней много действующих лиц, которые спрятаны за кулисами. Первый из них – бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Главный герой скоротечной кровопролитной войны 2008 года с Россией Владимира Путина. Второй – его военный советник Мамука Мамулашвили. Он был отправлен в Киев, чтобы поддержать протесты на Майдане.
Впоследствии он станет командиром группы грузинских добровольцев, грузинский легион, которые будут участвовать в боевых действиях против Донбасса. В 2003 году, когда Михаил Саакашвили стал президентом, я был активистом его партии. Революция, начавшаяся в Украине в 2013 году, была похожа на революцию роза, которая раньше произошла в Сурдзе. В Украине хотели сделать ее таким же образом, как в свое время сделали революцию роза. Первая встреча была с Мамулашвили. В офис партии «Национальное движение» на встречу пришло 25 человек. И су 25 10 фирмарono. Вы видите это? Vedi questo? Это мое удостоверение личности. Identità, mio nome. Era il tesserino di un'unità composta da ex poliziotti e personale militare. Era strutturata come un'unità militare. Di fatto era un servizio di sicurezza. L'aveva creato Mikhail Saakashvili. Dovevamo andare in Ucraina. У нас не было выбора. Это был приказ вышестоящего начальства. Приказ президента Саакашвили. В другой стране Восточной Европы нас просили не называть место, где мы встретились. Он тоже из Грузии, и так же, как и двое предыдущих, был участником и свидетелем трагических событий на Майдане. Он также участвовал в работе структур безопасности Саакашвили. До этого он проходил службу в грузинской армии и получил специальность снайпера. Именно поэтому его и выбрал Мамука Мамулашвили. Мамука, прежде всего, Мамука спросил меня, действительно был ли я снайпером грузинской армии. Если это так, он сказал мне, ты должен поехать в Киев. Нам нужны такие люди, как ты, чтобы определить позиции для снайперов. Мы спросили, это надолго? И он ответил, что не знает точно, но оплата будет хорошая. Затем он дал каждому из нас по $1000. Мамулашвили. Мамулашвили сказал, чтобы мы принесли несколько своих фотографий. Затем, 15 января, мы уехали в Киев. В самолете я получил свой паспорт и еще один паспорт с моей фотографией, но с другим именем и фамилией. Затем нам дали по $1000 каждому и обещали, что потом дадут еще по 5000. Когда мы приехали в гостиницу на и начали распаковывать чемоданы, Мамулашвили положил наши паспорта на стол. Никто меня не знал. Я был там под именем Давид Капанадзе. На следующий день после прилета нас на машине отвезли на Майдан. Мы никогда там не были. Там был полный хаос. Естественно, эта версия тоже имеет право на существование. Да, конечно. Sono proprio io. Это именно я. È la tenda dove vivevamo. E quello sono io. Это палатка, где мы жили. Это я. Это момент вместе с журналистом, когда он пришел в палатку. Тот момент. Ну, самая такая, можно сказать, dovevamo occuparci delle мы должны были заниматься провокациями. Мы должны были провоцировать спецподразделения полиции Беркут. Наша задача была спровоцировать их, чтобы они пошли против толпы. Где-то 15-16 февраля ситуация становилась серьезнее и серьезнее с каждым днем. Она вышла из-под контроля, и тем временем раздались первые выстрелы. Помню, это уже... Однажды, это было где-то 15 февраля, Мамулашвили посетил нашу палатку лично. Вместе с ним был еще один человек в форме. Он представил его нам, сказал, что это американский военный, что он будет нашим инструктором. Американца зовут Брайан Кристофер Боинджер.
Он бывший военнослужащий снайпер 101-й воздушно-десантной дивизии США. После Майдана он отправится на фронт на Донбасс, где будет воевать в рядах грузинского легиона. Мы были всегда на связи с Брайаном, который был человеком Мамулашвили. Это он отдавал нам приказы. Я должен был следовать всем его приказам. Первые подозрения об использовании стрелкового оружия со стороны протестующих падают на Сергея Пашинского, одного из лидеров Майдана, который впоследствии стал главой парламента президента. 18 февраля в машине, остановленной протестующими, была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Но спустя несколько секунд возле нее появляется Пашинский и приказывает отпустить машину. 1 апреля активисты правоэкстремистской группировки «Правый сектор» покидают Киев. С собой уносят странные мешки, в которых, по их словам, они хранят музыкальные инструменты. В те дни в гостинице «Украина» можно было видеть всех лидеров оппозиции. Паруб появлялся очень часто, также Пашинский. Вместе с ними всегда был Брайан, американский солдат. In quei giorni Pašinski e altre tre persone, tra cui anche Parasyuk, hanno portato all'hotel le borse con le armi. Sono stati loro a farle arrivare anche nella mia stanza. Il Parasyuk, riconosciuto da Куба, è Володимир Парасюк, uno dei leader della protesta di Piazza Майдан. Через несколько дней он станет известным благодаря ультиматуму, в котором угрожает изгнать Януковича с помощью оружия. Если до завтра, до 10 часов, Янукович не подаст в отставку, мы идем на штурм с оружием. Я вам клянусь! И на каждой сумке было по 3-4 единицы оружия. Я хорошо помню, были пистолеты Макаров, автоматы Калашникова, карабины, были еще пачки с патронами. Когда я их увидел, то сначала не понял. Я спросил Пашинского, что это? Зачем это? Когда приехал Мамулашвили, я у него тоже спросил, что происходит. Я спросил, зачем это оружие? Все хорошо. Коба, ситуация становится сложной, мы должны начать стрелять. Мы не можем допустить, чтобы состоялись досрочные выборы. Да, досрочные выборы. A cosa? В кого стрелять? Во что? Куда? Он мне ответил, что не важно, куда. Надо было куда-то стрелять, чтобы создавать хаос. В комнате со мной было двое литовцев. Мамулашвили приехал в гостиницу и объяснил нам, что будет стрельба. Но сначала она будет вестись из другого места. На следующее утро Мамулашвили был не один, с ним был Брайан и кто-то еще, которого я не знал. Он еще раз объяснил, что завтра будет стрельба, и мы не должны ничего делать без его приказа. Гостиница «Украина» была здесь. Это глобус. И это была консерватория. Если мне память не изменяет, это было 15 или 16 февраля. Пашинский приказал нам собрать свои вещи и повел нас в здание консерватории. Я зашел в консерваторию со всей группой. Пашинский пришел с другими людьми. Он нас поднял на второй этаж. Его люди были в масках. Судя по сумкам, которые были у них, я понял, что они несли оружие. Они достали его и начали раздавать. В каждой группе. С нами всегда говорил только Пашинский. Никто, кроме него, никаких приказов не отдавал. Однажды он попросил меня, чтобы я указал удобную позицию для стрельбы. Он спросил меня как снайпера. Мы попросили уточнить, зачем.
Он объяснил нам, что есть риск, что Беркут, спецподразделение полиции, начнет сегодня штурм здания. И мы должны оказать им сопротивление. Это был приказ. Никто нам не сказал, что мы должны были убивать людей. Надо было стрелять, чтобы создать хаос, беспорядок, панику. И останавливаться. Не важно было, мы стреляли в дерево или баррикаду, или в тех, кто бросал коктейль Молотова. Самое важное было стрелять, создавать хаос. Пулями, блядь, слышал? Да. Осторожно давай. Еще раненый. Сука, стреляет. Вот так вот он видно. С Украины, да? Где на полковник? Братья. Скажи, с нашей Украины стреляет. Сразу и тех, кто бачит. Ну, горда. Довева почти наступил рассвет. Я услышал шум выстрелов. Пули свистели одна за другой. Стреляли не очередью, а одиночными. Бам! Еще раз бам! Один выстрел. Пауза. Еще выстрел. Все звуки доносились с другой стороны гостиницы. После я услышал выстрелы, раздающиеся из соседней комнаты в гостинице. В тот же момент литовцы открыли окно. Uno di loro ha sparato un colpo, mentre l'altro poi ha richiuso la finestra. In tutto avranno sparato 3 o 4 colpi. Non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. Пашинский скомандовал di prendere le armi e il resto dell'equipaggiamento. Allora tutti si alzarono e lui impartì le istruzioni. Мы должны были сделать по 2-3 выстрела. Tutti hanno cominciato a sparare 2-3 colpi alla volta. Пашинский si muoveva da una parte all'altra e accanto c'era sempre anche quel ragazzo più giovane, с этим молодым парнем, с тем, которого звали Парасюк. È andata avanti così per circa, direi, circa 15 minuti. Forse 20. In quei minuti ero fuori di me, agitato, sotto stress. Non capivo niente. Non so come spiegarlo. Comunque la sparatoria durò 15-20 minuti. Poi, all'improvviso, cessò. E tutti misero giù le armi. Non avevamo molta scelta. C'era stato ordinato di sparare sia sui Беркут, cioè la polizia, sia sui dimostranti, senza far differenza. Per questo ero totalmente esterrefatto e attonito. Пока с верхних этажей гостиницы «Украина» стреляли по толпе, протестующие пытались спрятаться внутри гостиницы, чтобы защититься. Таким образом, жертвы находились рядом со своими убийцами. Внутри был такой хаос, что невозможно было понять, кто есть кто. Было много людей, все бегали туда-обратно. Кто-то был с оружием, кто-то нет. В холле гостиницы, наполненном трупами, кровью и ранеными, одна камера снимает вооруженных людей, которые уходят после того, как стреляли по людям. Это был кошмар. Это было ужасно. Когда мы вышли из гостиницы «Украина», по пути были пожары, раненые полицейские. Были ужасающие сцены. Оружие все бросили мы там, потому что мы бросили оружие там. Приказ был бросить оружие и покинуть здание как можно скорее. Покинуть здание. Там уже крики... Повсюду были слышны крики, были мертвые, вокруг было много раненых. Моя первая и единственная мысль была уйти как можно скорее, пока они меня не заметили. Altrimenti mi avrebbero fatto a pezzi. A to меня бы уничтожили прямо там, на месте. Кто-то из людей кричал: «Вон там снайперы!» Я прекрасно понимал, о ком они говорили. А потом я увидел погибших, много раненых. В тот момент я ничего не понимал. Я не был к этому
стату, но не реализовал. А потом я понял, нас использовали. Это была подстава. Решение все рассказать я принял не сейчас. Di raccontare tutto non l'ho presa adesso. Оно созрело со временем. Nel tempo. Ma se lo facevo tre anni fa, rischiavo di finire male, что я плохо кончу. Очень плохо. Я не боюсь правосудия. Я не нарушал закон. Нет никакой причины меня преследовать. Non c'è nulla di cui possa venire accusato in base alle leggi del mio paese. E comunque sono un soldato. Non ho paura di niente, neanche di morire.